Здравствуйте, с вами Кирилл, сегодня мы в другом видеоформате. А ты что тут-то ходишь? Вот сегодня мы будем... Вот как мы гуляем на улице, такого формата у нас никогда не было. Мы тоже зимой вообще не снимали видео. Так как это открыть-то? Да ёпта, шума, давай, открывай. Здесь нас будут приглашать собаки. Да, нас приглашают собаки. Короче, иди давай. Давай, иди. Первый ты скатывайся, а потом я. Кто там? Шипанула, я говорю, не сбила. Давай тебе его, что ли? Проезжай. Машину не буду показывать, то она мне машину спалю. Ну а если даже спалю, то замажу. Но это не точно. Познакомьтесь, это Найда, это Умка, это Чунка, да? Короче, ты сейчас забирайся, а потом я. А кому он не понравится? Тут вот какая гора большая. Катайся. Это, кстати, Киров 24. Да. Садись. Сейчас будет супер-пуперный скачок. Да. Это я накину. Давай. Сейчас. Да, блин, а почему ты с этой стороны катишься? А, надо с маленькой? Надо с той, там скользишь. Ну забирайся заново. Заново давай. Хватит чакать. Давай. Отойди, Найда! Вау, иди отсюда. Так. Так, вот этот разгончик. Да. Так, это маленький. Да, бля. Да, я. Не, сейчас, подожди, нас другая идея. Пошел так, хоп. Потом складываем. А как? А она туда же катается. А. Давай. Собирайся. Еще раз мне? Нет, я теперь, моя очередь. Сейчас моя очередь. Плохо мне? Давай там, короче. У меня, кстати, я. Короче, давай. Теперь я качусь. Ты снимай меня. Ты будешь меня снимать. О, привет. Ты меня будешь снимать. Не на Умку никак. Да у меня не Умку. Бери. Вот. Видишь? А? Видишь все? Да, все. Пальцы убери от камеры. Да ёпта шумать. Вот так. Как сложно. Вот
и держи крепко. И смотри так, что пальцы на экран. Давай. Умка! А Умку тоже можно снять? Давай, давай. Сейчас так. Вот тебе видно, тебе видно. На живот. Момент важный этот. Подожди, подожди, сейчас. Ты смотришь, что пальцы в кадр не попадают? Да. Да, еще такой. А ну где-то так. Где-то так. Пусть хотя бы так будет. Все. Да, все. Да. Значит, так оно. Мы по очереди катаемся. Ну да, по очереди. У нас длинные прогулки. Снимать нечего. Вот и снимаем прогулку. А, собака, привет! Короче, ты так же качись, как и я. Ну так катись, а потом, когда быстро нормальная температура, это машина отпускай. Может, нам еще видео заснять? Не, ведь вообще. Сколько видео заснялся? Два видео, три даже видео заснял. А ты? А я что сейчас делаю? Я говорю про Роблок. Про Роблок мы заснимем, но не сейчас. О, собака, здорово, ты что тут делаешь? Да подожди, нет. Ты руками толкай, а потом прыгай на него животом. Так, как он... Ну, да иди ты нафиг! Собака! Ой, Умка, то есть. Давай! Вон! Давай, давай! Вон! Ту! Фри! Ладно. Все, я понимаю. Садись. Как ты правильно понять не можешь? Ладно, давай вот с этой стороны именно качись. Она не скользит. Не. С этой стороны пробовать, наверное. Ну ты смотри. Вот так бери. А, ну что?
сейчас все включено. Давай. Так ты не пинай, а руками его. Давай, готовься. Во, молодец. Только побыстрее. Покатился на... Давай, катись! Нет, на снег выиграл. Да ёпта шамана. Дичь! Да! Да ты... Какая же попытка! Вдоль ночных дорог. Спок! Сейчас, подожди. Как ты надень их? Так это неудобно будет. Почему? А что, удобно будет? Так руки не мерзнут. Тебе нравится, что у тебя руки мерзнут? Или ты закаляйся, как скала? Кто? Я Ирина Калясин, я Лашин. Как кто? Ира Лашин? Да. Давай, катись. Попробуй с этой получится. Ну, по ней видно. Ну, тогда по этой. Что машина проехала, подровняла. Давай. Попытка номер 8519. Мальчик сломанный психологической травмой. Мальчик с психологической травмой. Тьфу, я уже... Я только не бал, да, я уже скачусь. А ты меня снимай. На. Ну, к мне лучше, чтобы снимать. Машина едет. Ты быстренько скатись. Заколебай эти машины. Что? Заколебай. Так я могу и так снимать. Ну так снимай, только надо все полностью снимать. Сейчас, подожди, машину засниму. Машина твоя. Да. Да господи! У меня там камера на память не идет? Нет. Все, снимай теперь меня. Вот. Давай, постарай тебя теперь вот так двумя. Берешься. И так же, как у меня. Thank you.
Вот я, прикинь, я один раз на столке 100 рублей нашел. Да? Серьезно? Да, да! Идиот! Надо на зыка! Да-да-да! Надо все-таки толкать! Я придумал! Нельзя так кататься! Можно его мне толкать? А? Лучик у нас в луке живет. А как вы эту черную собаку назвали? Его Уголек зовут. Прикольное имя. Можно его переживать еще так? Я знаю, но какое имя это может быть для нас? Это машина, блядь. Ну что, по последнему разу скатимся? Да. А вы... Короче, давай, иди, бери, иди катись. Собака. Ладно, эту собаку можно не бояться. Тем более она маленькая. Готовься. Давай, иди. А сядь просто, я тебя скачу. Сядь. Машина едет. Ёшни собака. Нет. Ну, той собаки, наверное, или сын, или дочка. Нет, иди вот этой собаки. Видишь, бульдог, это или мама, или папа. Короче, давай, скатывайся. Я тебя толкну. Садиться? Да. Всё? Сел? Беру так тебя.